городского округа совместно с сотрудниками ГИБДД проводился ежедневный рейд по соблюдению масочного режима пассажирами на транспорте. В ходе рейда установлено, что большинство пассажиров ответственно относятся к соблюдению режимных и ограничительных мероприятий. Хочется выразить благодарность по этому поводу, что они ответственно относятся как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих. И в очередной раз попросить жителей городского округа, пользующихся услугами общественного транспорта, с пониманием отнестись к тем мерам, которые введены в профилактике ковид-инфекции, с соблюдением в том числе масочного режима и определенных ограничительных мероприятий.